Сотни любителей ча-ча-ча и вальса собрались в эти дни в Краснодаре. Сегодня там финал чемпионата России по танцевальному спорту. Уже совсем скоро станут известны имена победителей. В Краснодаре должны определить, кто из сильнейших танцоров в этом сезоне представит нашу страну на мировых первенствах. Также сегодня пройдут всероссийские соревнования по европейской и латиноамериканской программам.